Денис с победой, твой комментарий по сегодняшней игре. Спасибо. Ну, игра на самом деле не очень простая, и складывалась она не просто. Погодные условия, поле тоже такое тяжелое. Ребятам в первом тайме пришлось много проделать работы, чтобы соперник устал. Ну и во втором уже хороший гол забили. Первый немножко игра раскрылась. Ну и уже, наверное, попроще стало. Игра давалась. И, ну, слава богу, что выиграли. Набрали очень важную 3 очка. Очень много болельщиков переживало за твою голевую засуху. Как психологически, может, на тебя это давило? Да, спасибо. Ну, я, во-первых, хочу сказать всем спасибо. Да, много кто писал, поддерживал, что вот-вот забью. Ну, как я к этому относился? Серия неприятная. Но самое главное, что команда в этих матчах во многих побеждала, поэтому это немножко скрашивало, так сказать, эмоции. Поэтому, конечно, я хотел забить, но во главе угла остается результат команды. Расскажи, пожалуйста, про момент, наверное, который буду долго еще обсуждать. Спросил Андрея Потапенко, ты не забил там буквально с 2 метров, как так произошло? Да, такое ощущение, что я таких из 10 могу 3 не забить, поэтому ничего страшного, не стоит отчаиваться. Не забил, ну так сейчас прям сложно вспомнить. Мне показалось, что мяч подпрыгнул, немножко соперник помешал. Ну и плюс я не самый техничный парень, так скажем, поэтому все в совокупности дало такой результат.